что нужно для поддержания здоровья и интересного досуга на заслуженном отдыхе в одном месте. В Красногорске открывает для посетителей свои двери Центр активного долголетия. Занятия здесь пока не начались, но запись уже ведется. Я ездила на экскурсии с мужем 2 раза. Очень понравилось. Хотели еще на компьютерные курсы, но далеко было ходить туда, и поэтому как бы здесь вот можно это ходить, потому что мы живем в военном городке Павшино, как бы отдаленно там. Ограничений нет. Может обратиться любой желающий пенсионер с паспортом, с пенсионным удостоверением, записаться на все, что он хочет. Также мы рассматриваем предложения. Если у кого-то есть какие-то желания по занятиям, мы будем смотреть по набору, сколько людей будет обращаться с такими же предложениями и организовывать данные занятия. В центре будут представлены 11 различных активностей – от шахмат до плавания. В здании на Заводской 4 для занятий есть все – и комфортные помещения, и необходимое оборудование. В этом участники активного долголетия убедились лично во время экскурсии. У нас в Московской области самая большая площадь активного долголетия. У нас 908 квадратных метров – все помещение, которое мы будем предоставлять для наших граждан. Бассейн, отдельно класс для рукоделия, отдельно класс для ИЗО, 2 больших зала, один спортивный, другой танцевальный и, соответственно, для пения. Ну и, соответственно, бассейн, мы его привели в полное соответствие, потому что он здесь был не совсем пригоден. Мы все восстановили в полной готовности, уже даже сейчас можно, как говорится, занырнуть. Плавание, кстати, номер один в списке занятий, на которые записываются гости Центра активного долголетия. Вести их будут профессионалы, специалисты учреждений культуры и спорта, а также Управление социальной защиты Красногорска. Гостям дня открытых дверей уже не терпится начать. Записалась на пение, на рукоделие и на плавание. Пока что. Вообще хочу еще на теннис записаться. Мне все очень понравилось. Помещения красивые такие. Просто жить хочется. Вот эти цвета яркие, шикарные. Вот с удовольствием буду приходить сюда заниматься. С удовольствием. Спасибо большое администрации, что вот сделали для нас такое вот удовольствие. Здание новое. Это просто, вот, понимаете, радует, поднимает настроение. Шли с одним, только чисто вот бассейн. А вот записались уже, да, и на танцы, наверное, запишемся, да? И на танцы запишемся. Классы шикарные, красивые. Все подобрано, все сделано с душой. Чувствуется, что для... Да. Спасибо огромное. Запись в кружки и секции продлится до 3 февраля. 5-го пройдет торжественная церемония открытия Центра активного долголетия. А сразу после участники проекта смогут приступить к любимым занятиям.